Ну, как вам не стыдно? Ну, что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, чтобы показать ее мученице, не безличие, а нам. Нечего притворяться. Я слышала, как ты пришла. Волосы-то надо на ночь убирать. Издеваешься? Тебе. У тебя доводы. Слушай, какие доводы? Нина. А ты знаешь, что она дома не ночевала? Чего ты испугалась-то? Не испугался, с чего ты взял? Дрогнула как-то. Страхивала я. Ты достаточно взрослая, чтобы понять то, что... Надеюсь, ты поймешь правильно. В общем, твоя мать просит. Просила. Папочка, миленький, я очень спать хочу. Хоть это ночью было. Это ведь нехорошо. А сам что? На сеновале ночуешь? Вопрос не об этом. Хотя, действительно, любовь очень сложная вещь. Мы не умеем понять. Приспособиться. Теряемся, что ли.
даже в зрелом возрасте. Она появляется, а ты уже не в том возрасте. А возраст имеет свои. Вернее, не имеет возраста. В общем, свой шанс. Ты понимаешь, даже в возрасте бывает так, что и кончается. А папочка, я очень хочу спать. Очень. В общем, я хотел сказать, что мы с твоей матерью. Я с твоей матерью. Знаю. Все знаю. Образцовая семья, что ты ухаживал за ней 100 лет, потом сделал ей предложение, и теперь уже 20 лет живете душа в душу. Не то, что некоторые. А теперь я хочу спать. Хоть немножечко, а хоть полчасика, а хоть 10 минуточек. Так ведь вопрос не об этом. Папочка, ну пожалей ты меня. Ну, днем поговорим. Так ведь... Стоишь? Ты куда? В управление, к директору мне надо. Ну, что ты стоишь-то? Чего не заводишь-то? Поедем, искупаемся. Давай, поехали. Чего ты больше всех подпрыгиваешь-то? Ладно, поехали, поехали. Да. Ну что, поедем искупаемся? Тетя Валь! Тетя Валь! Директор у себя? Обещал к обеду быть. О, черт, что же делать? Там ребята ждут. Мы будем с батей мешки таскать. Видишь, я 90 килограмм понес по лестнице на чердак. 40. Чего 40? 40 килограмм мешки-то было. У бать спаси. Ладно, врать-то. Я и то сильнее тебя. Поехали в мастерские. Чего? Давай руку. Руку давай. Где же твоя сила-то? Ой! Не надо трепаться, сок сильнее! Пусти! Дурак, ты не лечишься! Не надо трепаться!
Жила до 20 века. Да. Деятель науки? Нет. Деятель искусства? Нет. В политических делах участвовала? Нет. Варь, Зинка в город уезжает. Она медицински подала. Я давно знала, что она уедет. Только ты ребятам не говори, заедят. Слушай, оказывается, по радужной оболочке глаза можно определить любую болезнь. Представляешь? Ой. Ты дармоедки. Где вам бы лучше занялись? Мы и так делом заняты, мы комбайны ждем. А кто вам комбайны-то даст? Девкам комбайнов не дадут. А пусть попробуют. Да попробуют, попробуют. Они все могут. Да мы как дураки сидим, ждем неизвестно чего. Во, едет, опять едет. Ну, невеста, я опять за вами. Для бензин, тетя, мы опять не поедем. Вот так и будете Ваньку валять, а? А вы свои обещания выполняете? Растрезвонили. Объяснял же председатель. Обстоятельства поменялись. Планировали одно, вышло другое. Не нужно столько механизаторов здесь, поймите. У меня коровник. Куда скотину на зиму ставить? Девчонок не отдадим, забирать всех вместе. Опять 25, а комбайны придет, кто их примет? Ага, как девки, так второй сорт. Ну хорошо, значит, вас на комбайны посадить, а их коровник, так, да? Давай, давай, командуй, ты же бригадир, твоя инициатива. Ой, правда, бригадир остается. Директор у себя? Коммунар уехал. Целый год учили матрешки не что ли вам переставлять их с места на место, а? В газете печатали, почин, почин. Молодежная бригада, всем классом, область призывали. Один что? Один сюда, других туда, да? Что ты разорался? Ничего, комбайны придут, а теперь поехали, всем классом! Куда, куда, поехали! Подождите, ребята, стойте! Комбайны придут, все же примут, ребята, стойте! Тихо, татарская! Здесь же сказано остаться. Куда вы? Это упорож фифарагу, мифересе, да фараг мифересте. Он говорит, это уж фигу. Вместе так вместе. Да раз, не оторвать женихов от невесты. Крепче держи. Коровник, разноси. Мы давно уже тебе хотели сообщить, поставить тебя в известность. В общем, мы с твоим отцом расходимся. Уже заявление подали. Ты знаешь,
Вай, ты девочка-то взрослая, ты должна понять, в общем-то, не осуждай меня, понимаешь? Ну, в общем, мы вместе с отцом, вдвоем, вместе вдвоем сидели, вот, и обсуждали все и пришли к выводу, что иначе жить нельзя. Варя, знаешь, мы с папой расходимся, мы по-хорошему, по-человечески, вот. Партизаны ушли, и сразу же немцы заявились. Стали палить все хаты. Сначала, значит, обольют керосином все углы, а потом уж зажигают. И от хаты до тех пор не отходят, пока уж вся изба не займется. А мы-то бежим. Сынишка-то мой получку вчера получил. 170 рублей. Надо бы чего-нибудь купить, а вот чего купить, не знаю. Это Васька 170? Что такое? Что стряслось? А то ты не знаешь. Вся деревня знает, только ты не знаешь. Эка невидаль. Беда какая, что ж теперь вешаться? Ну, слюбились, теперь разлюбились. Дело житейское. Бабушка, что ты веришь? Ах ты моя добрая, ласковая, ласковая. Thank you.
Ванька, ну и устроилась. Чего ты здесь спишь-то? Тебя же ребят везде полдня ищут. Мастерских нет, парений нет. И ты на меня обиделась. Слушай, пошли в клуб. Ну там же собрание. Там же... Ты что, на меня обиделась? Ну что, пошли? Да че сегодня с тобой такое? Лечь бы сейчас на воду и плыть, плыть. И никуда не приплывать. Варь, я не хотел. Ну ладно, пошли. Как ты говоришь, там парил, да? Ага, прям вылитый петух. Ну ладно, ладно, чего вы несете? Димка! Да некрасивая она, некрасивая. Да что ты дергаешься? Ты чё там роешься? Есть будешь? Не буду я есть. Уезжаю я. Ого! Далеко ли? В город. А на какие шиши? Чего? Деньги, говорю, у тебя есть? Буду мне штука на дорогу. Я ж там на работу устроюсь. Может, поживешь пока у меня? Ты в этой избе родилась, здесь и гнездо совьешь. Изба хорошая, 100 лет простоит. Ты тоже хороша. Все знала и молчала. Ты что же их оправдываешь? Бог ей судья. Они же старые. Как им не стыдно. А для тебя 40 лет старость. Ну ты же не вышел второй замуж после войны. А тебе было меньше 40. Не за кого было. Мужиков поубивали. Куда полетишь, сломя голову? Кто тебя там ждет?
как мне по улицам-то ходить? Как я в глаза всем буду смотреть? Ты что, хочешь, чтобы надо мной смеялись, да? Ты этого хочешь? Велика беда. Посмеются, да перестанут. Господи, как противно все стало. Никому не нужна. Ни ему, ни ей. Все без меня решили. Надолго поедешь-то? Угу. Угу. А что, нам не написано, что я из деревни? Я, если хотите знать, давно городская. В отпуск ездила. Остановите, пожалуйста, пересяду на автобус. Да сиди. Здесь же удобнее, чем в автобусе. Так ведь мне ж до самого города. И мне туда же. Вдвоем веселее. Подкрепиться надо. Я здесь подожду. Нельзя. Тебе тоже поесть надо, дорога не ближняя. Я сыта. Пойдем, пойдем, пойдем. Без горячего нельзя. Ребенок заболел, девать некуда. Только у него бабка есть. Ну, а бабушке не обязательно с вашим ребенком сидеть. На рынок надо съездить. Так кто?
что, ясно, я должна работать, да? Ну и поработай, не сахарная. А раньше-то как были? По двое, по трое, по четверо детей оставляли. А там паразиты, видать, эту Сеня. Спирт с брагой. Так. Вот и я поджинился. Напоролся и я. И веришь, и нет, там и шум, и скандал. Я очутился с молодыми на койке. Ты представляешь, до сих пор спасибо говорит. Конечно, приспособил. Салат будешь? Спасибо. Катя, выходи за меня замуж. Люблю такие свадьбы. На машине кататься будем. Ты слишком для меня очень тощий. Тощий. Зато дети в самый раз получится. У меня ведь сыновья тоже в городе. Как ушли в армию, все, больше не вернулись. И меня перетащили. Правильно. Не, деревня лучше. Я бы вернулся. Я куда же одному? Жена у меня померла. Я... В городе я в музыкальную школу ходила. А что в деревне? Ты ладно, так и пропал? А в городе? Музеи? Театры? Дворцы спорта? Тебе если надо, ты сходи. Поехали. Иди, иди. Я по дороге останавливаться не буду. Как, не замерзла? На, накройся. Ой, спасибо. Ой, как хорошо. Ой, она там не родит. Чё? Не родит там. Да ну тебя, не пугай. Уж больно стоит. Ну, родит так родит, мать-то с ней.
Вставай, плацкарта освободилась. Едва успели. Там же место есть, ложись, спи. Нет, нет, что, спасибо, я не хочу. А, проснулась? А чё стоим-то? Авария. Шофёр заснул, влево забурился. Сиди. Сиди. Нечего там смотреть, там люди покалеченные. Ну, все. Дальше сама. Ты уж извини, мне поворачивать надо. Я и так порядком задержался. А тебе вон туда. Вон второй номер трамвая. Тебя как звать-то? Варя, возьмите. А меня Прохор Федосеевич. Вот и познакомились на прощание. Возьмите. Убери. Спасибо, Прохор Федосеевич. До свидания.
Насчет деревни ты не стыдись. Не стыдись, что румяная родилась. Тебе чего, девочка?
Жива добралась-таки. Варька вымахала-то, как Варька! Родители твои звонили. Ну и чё? Чё-чё, волнуются. Ты молодец, все правильно сделала. У них своя жизнь, у тебя своя. Я им так сказала по телефону, и не ждите, что вернется. Варька, я же всю твою судьбу распланировала. Ну вот, а мы вот так живем. Вот тут вот у нас кухня. Смотри. А вот тут вот кабинет Валерия. А? А вот тут вот у нас спальня. Ну вот, идем сюда. А вот здесь вот будешь жить ты. Ой, Варька, у меня там ванна заготовлена, вода течет. Я с этим переездом совсем зачухалась. Я пойду мыться, потом ты, ладно? Ну, давай. Ой, Варька! Ты давай тут располагайся, не стесняйся. Вообще не умолкает. Привыкай, не обращай внимания. Договорись, пароход. Ты 4 каюты поставил. Иди. Да. Знакомьтесь, это моя сестренка. Здрасте. А это Виссарион Аркадьевич. Приятно. Человек всемогущий, но добрый. Кланяйся ему в ноги. Может быть, он возьмется тебя опекать. Ну ладно. О том, что не сделать, я знаю. До нашего с вами разговора. Ой, что ж вы ничего не трогали? Ай, бедный, бедный мужчина. Полчаса сидит перед коньяком. От вас я ждал реальной помощи. Тихо начало, хватит. Ну давайте, за приезд, за новоселье, все разом. А хозяина что, не подождем? Безнадежно, он за столом будет сидеть с телефонной трубкой в руке, ну? Ну тут-то я на тебя полагаюсь. Берите, берите, сыр, ветчина, берите. Виссарион Аркадьевич. Эту девицу надо устроить в наш институт. Не звоните. Надежда Александровна, прикажите, мы кафедру дадим. Ну, это серьезное дело. Вы считаете, что кафедру рановато? Да она приехала без документов, а экзамены через 2 дня. Ну, как ей помочь? Пустяки, время без документов. Аттестат-то у нее есть? Да она почти медалистка. Мне же 3 по физике. И это пустяки. Я думаю, что вам пойдут навстречу. Прошу извинить меня за опоздание. О, убит, сражен. Кто эта прекрасная незнакомка? Очарование. Приветствую вас. Неземная красота. Так, прекрасно. Так, меня, по-моему, опять обошли. Что, соседушка, давно мы с вами не виделись. Надеюсь, теперь будем встречаться почаще? Да? Ну, за что? За будущую студентку. Вот как? Вы уже обо всем договорились? Да, но ведь она приехала без документов. Нет. Я нажимать ни на кого не буду. И звонить никуда не собираюсь.
Вот, вот. За правильный выбор жизненного пути. Тем более, что это пустяки. Будем надеяться на то, что знания у нее. Тем более, что это пустяки, да. Будем надеяться на знания. Ну что, за новоселье? Тем более, что документы успеют ко второму экзамену. Ну, давайте за вами поухаживать. А ты еще не ешь? Дрести. Тебе что, не спится? Водички попить. Вот чай. Ой. Ой. Ты чего тут? Да вот, диссертация Валеркина, чтобы она сгорела. Помогаю. Выписки перевода с английского. Давно бы защитился, если бы в горком не взяли. Тебе надо учиться. Смотри, не упускай свое время. Потом знаешь, как будет трудно учиться. А выскочишь замуж. Надя, я боюсь в институт. Я же совсем не готова. Ты полагаешь, что я была готова? Я мечтала стать модельером. А в том году в медицинский был недобор. Вот и все. Случайность, непознанная закономерность. И с Валеркой случайно познакомились. Наша машина застряла, тут он на газике. Теперь, говорит, на свою голову тебя из колдобины вытащил. Ай, проехал бы мимо. Был бы у меня другой муженек. Ты что, и другого бы любила? А вдруг еще бы лучше оказался? Ой, дуреха. Ну, жила бы ты в Ленинграде. Нашла бы себе жениха ленинградца. В Москве, москвича. На севере беленького, на юге черненького. Врешь ты все. И уши у тебя холодные. Не вру. Топ-топ-топ-топ. Мяу. Кто он? Кто? Ну, это твой. В деревне одноклассник. А, не имеет никакого значения. Я в 10-м одного любила. Одноклассника. Безумно. А недавно встречаю. Абсолютный козел. Волосатый. С зонтиком.
А маму свою ты не очень осуждай. Должна же она хоть теперь счастье попробовать. Какого счастья? А папа? Они что, несчастливы были? А как же я? Кто я тогда? Тоже случайность. Дитя случайной связи. Ну ладно, ты пока еще пойдем спать. Пойдем. Кстати, ты понравился Виссарион Аркадьевичу? Так он же старый. Профессор, заместитель председателя приемной комиссии. И врач, как их поискать. Ну и че? Холостой. Ну и че? Че-че? Зачокала, Буратинка. Ой, я же про телефон забыла. Хотела хоть один вечер нормально посидеть, отключила его. Да. А вы не забыли, что половина второго ночи? А кто его спрашивает? Меня. Ни стыда, ни совести у людей. Да, слушаю. Да не извиняйтесь. Что случилось? Когда пришла телеграмма? Почему сразу не позвонили? Я же просил позвонить сразу. Ладно, утром решим. Пока. В 9. Что такое? Что случилось-то? Выключила телефон. Ой, Валера, я, наверное, случайно зацепила, просто не заметила. Я же просил тебя этого больше никогда не делать. Ну, что произошло? Ты мне обещала. Произошло? Срываются поставки оборудования на Зареченскую электростанцию. А это значит, мы ее в этом году не пустим. А это значит, что весь микрорайон, весь целиком, останется без отопления на зиму. Вот что это значит. Вот это да. Ну, не ты же виноват. Кто сорвал поставки? О чем ты говоришь? Ну, что ты мелешь? Что? Там живет 30 тысяч человек. Через месяц первые заморозки. 30 тысяч. Тебе хоть что-нибудь говорит эта цифра? Детские сады, больницы, школы в морозы. Может, не домой поехать? Я там не до меня. Ты-то хоть, господи, не лезь. К экзаменам он готовься. Спасибо большое. Yeah.
слышишь, лечебный, а не лечебный. Да, кому-то нужна заслуга, кому вы нужны заслуги, характеристики, четверки. Да ты понимаете, какая вещь. Вся учеба идет, вся на трубу. Занимайся, занимайся, говорю. Ну да, рассказывайте, убежите все. Скажите, разделение интерференции и дифракции. Интерференция — это подсознание другого, то есть от одного источника. Я бы знаю, что это могу. Одиночку что-то. Говорят, ты бежит, я не понимаю, чего? Что же это? Здравствуйте. Варька! Варюха, ты привет! Привет! Сюда тоже. Допустим. А я признаться тебе боялась. Там-то ты разорялась. Бригада, бригада. Ой, да ты куда? Пойдем в списки сначала посмотрим. Встретимся вечером в парке. Ой, они без очереди пошли. Надо было не пускать. Молодочек, я вам повторяю, который раз. Нужна характеристика. Девушка, пожалуйста, занесите меня в списки. Какие списки? Пришли документы сдавать. Значит, заместитель. И вот в списке, пожалуйста, меня занесите. Я не могу вас без документов занести в списки. Идите правила, почитайте в вестибюле. Чушь какая-то. Девушка, я Березина. Маринка, где там у тебя первый поток? Что? Девушка, я Березина. Очень приятно, ну что? Я Березина. Ну, это я уж слышала. Дальше-то что? Вам звонил Виссарион Аркадьевич. Что? Виссарион Аркадьевич. Березина. Что вы мне сразу-то не сказали? Что вы мне голову здесь морочите? Я мне не скажу, что позвонили. Ну хорошо, хорошо. Завтра в 9:35 аудитории идите. Что, все, да? Ну а что, вы хотите, чтобы я вам еще станцевала здесь? Качили все-таки. Да ладно. Леха, ты Леха, вечером не пришел. Ну ты хорошо. Ну, ты аферистка. Как я тебя в школе не раскусила. Вспомнила, у тебя родственник здесь большой начальник, да? По блату, да, по знакомству. Люди бьются в честном соревновании от... Два 35. Во развивает, а? Во развивает. Ты смеешься, родственник? Девушка, что же это у вас так, а? Посмотрите. Девушка, я вам говорю. А что? Ну как, что молоко у вас льется? Это же молоко все. А что, я их пальцем заткну? А почему вы так разговариваете? Указывают у вас тут нет. Всякие. Ну, видите, правда, столько молока разливают. Ой, да не беги, беги, они сейчас друг друга насыпь откусывают. Это же чей-то труд. Никакого уважения к чужой работе у вас нет. У тебя больно много уважения. Плати за молоко. Почему вы так, девушка, разговариваете с покупателем? Что это такое вообще? Плати за молоко и не задерживай очередь. Дайте мне жалобную книгу. Девушка, одну минуту. Одну минуту. Вы меня? Иди сюда. Ну, подойди сюда. А в чем дело, я не понимаю. Ты ничего не чувствуешь? А что я должна чувствовать? Ничего не слышишь? А в чем? А что такое? Не чувствуешь ничего? А что я должна чувствовать? Как тебя зовут? Варя, а что? Варя. Варвара краса, значит. Где твоя длинная коса? Нет у меня длинной косы. А сейчас, наконец, угадала? А что я должна быть? Я не понимаю. Как я тебе нравлюсь, чувствуешь? Ой! Что вы мне хотите? В общем так, Варя. Меня зовут Слава. Я живу в этом доме. Завтра в 9 у входа в городской парк. Понятно? Ну, знайте!
You might think I'm a crazy fool, for I tow a horse to the bar with a mule down on the farm. Down on the farm. Down on the farm. I rock and roll, take a look at my farm. The rooster won't crow, chicken won't cluck. The walking around the farmyard doing a huck and buck. Down on the farm. Down on the farm. Down on the farm. I rock and roll, take a look at my farm. Rock and roll jig down on the bar.